мы оптимизировали все остальные расходы на капремонты, на различные наши там праздники, на различные церемонии такие торжественные. Вот этим всем мы пожертвовали. Но мы сохраняем принципиально финансирование госзаданий по всем направлениям практически культуры и музеев, и театров, и библиотек. И в этом смысле нам позволит это действительно избежать стрессовых нагрузок.